Всем привет, с вами Алексей Осипенко. Я давно говорил и писал про поиск клиентов на выставке. И сегодня в рамках тренинга по активным продажам вот с группой риэлторов из Московского ипотечного центра мы пойдем на выставку. И я расскажу вам, как правильно действовать, чтобы найти себе клиента. Сначала надо пройти регистрацию. Возможно, два типа регистрации. Либо сначала мы регистрируемся через интернет, а потом отдаем этот электронный билет, получаем вот такой бейджик, либо заполняем анкету прямо на выставке. И, соответственно, в этом случае придется еще заплатить денег. Если регистрируешься электронно, то вход бесплатный. Итак, основной принцип работы на выставке. Заходите в зал или павильон, и видите, здесь стоят люди на стендах. И очень важно, что на этих стендах есть много директоров компаний, владельцы попадаются. И сейчас нужно будет подходить к стендам, спрашивать владельца, директора или коммерческого директора, или еще кого-нибудь из руководителей, и узнавать у них, нужны ли им ваши услуги, и предлагать, соответственно, свои услуги. Но задача выставки какая? Не продавать, а собирать контакты. Поэтому чем больше павильонов вы или залов, стендов вы обойдете, чем больше визиток вы соберете, тем лучше. Соответственно, нужно подойти, сначала представиться на ресепшн. Иногда можно сразу начать разговаривать с кем-то уже внутри самого стенда. И выходите на ответственное лицо и разговариваете с ним. Когда вы возьмете визитку, то на визитке помечаете степень интереса к вашей услуге или к вашему продукту. Сейчас я вам покажу, ну, издалека, правда, как это делается. Вот наши герои начинают работу на выставке. Все разошлись по разным направлениям. Я им показал, как это делать. И теперь они будут искать себе клиентов. И к концу положенного времени, скорее всего, у них будет куча полезных контактов. Хорошо, давайте начнем обсуждение пережитого. Итак, мы приехали с выставки. Расскажите коротко, у кого какие впечатления, кто что для себя открыл. Я сначала прошелся по одному стенду и по одному павильону, и там действительно были все немцы. Для меня это, у них у всех есть обучение в Германии, я тоже себя предлагал. И ничего интересного. Ну, я знаю, эта модель мне не подходит, или я им не нужен. Попал в другой стенд, и по кромке стоят наши российские производители. Они не такие пафосные, как зарубежные, там зарубежка сильнее вложилась. Я нашел реальных, ну, у меня договоренная встреча. У меня есть встреча 3-го, я звоню человеку, уже мы договоримся о встрече. И, ну, тут некоторые так на перспективу, а два конкретно, вот с двумя я встречаюсь. Только с одним вот после 3-го, с другим после 3-й недели февраля. Причем они обучаются, я знаю, ну, некоторых там людей, у кого они обучаются, и они могли бы рассматривать дальше. Попались наши русские парни в соседнем павильоне. Ну, все-таки более обширная специализация получается. То есть вы обучаетесь там именно
Это не важно, это... А это... Нет, но однако вы же не пошли к немцам, правильно? Потому я прошелся, нет, я сначала поговорил с многими вот немецкими. Если вы знаете точно, что там у них своя... Да, но для меня-то, у меня-то есть опыт. Вы пришли с пластиками. Так, у меня-то есть опыт и знания, кому я не нужен. А у вас-то нет? Давайте так, я сейчас страшную вещь вам расскажу, но вот она должна... В основу заложите ее, ну, если хотите, свой менталитет. Значит, анекдот. Одна крутая компания открыла вакансию 500 тысяч в месяц, там директор неважно по какому. И HR-директору дали задание найти кандидата на эту должность. Он разместил сначала в ему там объявление, и к нему полетели резюме. Там, кто как, ну, отличная должность, много денег, кто ему там через жену его находит, ему как-то там пытается всунуть это, свое резюме, кто ему шлет на почту, и в итоге у него через какое-то время вот такая пачка резюме достойных людей скопилась. Он сидит и своему начальнику говорит: слушай, а что делать-то? Ну, здесь вообще так много людей, как их отбирать? Подходит начальник, посмотрел на эту пачку, так примерно штук 30 верхних снял, отложил, говорит: ладно, выбирай из этих, а этих всех нафиг. Он такой, ну, и человек говорит: подождите, а вдруг там достойные люди? Ты понимаешь, им не повезло, а с неудачниками мы не работаем. Хорошо. Их. Понимаете, ой, наша услуга не такая популярная. Ой, они по-русски не говорят. Ой, мы очень долго разговаривали про их услугу, а потом они не захотели слушать про нашу. Ну как бы, а с неудачниками мы не работаем. Понимаете, и если на самом деле нужно, ну просто нужно чуть по-другому действовать, но главное, уберите из головы вот эту вот, ну, мысль, а вам продавать свою услугу проще. Нет, вам свою услугу проще продавать. Нет, не нам и не вам, а им свою услугу всегда проще продавать, чем нам, вам и им. А еще проще продать свою услугу тем, которых мы вообще не знаем, им вообще реально легко продавать свою услугу, а нам, вам, им и еще нашим соседям тяжело. Итак, основные ошибки, которые мы делаем на выставке. Первая ошибка: мы пытаемся разговаривать с представителями стендов об их услуге. Не надо этого делать. Конечно же, мы тратим их время, они разочарованы и не хотят с нами работать и разговаривать с нами потом. Нужно тупо представляться, первыми фразами объяснять, что ты сюда пришел. Я пришел сюда узнать и взять ваш контакт. Время на контакт на одном стенде должно тратиться не больше минуты или двух. Если только заинтересованное лицо не начинает выспрашивать у вас большее количество информации и не сажает вас пить чай. В остальном случае вы говорите: тихо-тихо, ну как бы я просто беру ваш контакт, все, когда перезвонить, когда встретиться, ну в зависимости от такого искры, который проскочил между вами. Это первое. Вы отсеете кучу ненужных разговоров и избавитесь от вот этого ощущения того, что вы разочаровали человека, потому что, оказывается, вы его не клиент. Вы сразу должны это сказать: я не клиент. Стоп. У меня вопрос какой? Ну, моя сфера деятельности такая, я ищу тех, кому я могу быть полезен. Я хочу говорить с вашим директором. Нет директора, с другим директором, нет, с вами. Кто-то из вас ищет, не ищет, все, ищет, давайте визитки, не ищет, до свидания, всех люблю, увидимся, ну, на следующей выставке. Это первое, что нужно. Дальше, если мы работаем с иностранными представителями.